И отдельно отвечая на вопрос о соседстве одной из казанских школ и экзаменационной площадки ГИБДД, Владимир Путин похвалил работу Рустама Миниханова. Рустам Нургалеевич, он крепкий руководитель. И в числе субъектов федерации с хорошими показателями развития Татарстан одно из первых мест занимает. Поэтому такой мелкий вопрос, я думаю, и он, и мэр Казани решить смогут.